Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ирис и Великан. Новая, поехали. У нас с вами 7 воспоминаний и один воображаемый друг. Начнем, пожалуй, с друга. Так, значит, у меня есть вот такой вот чудачок. На каждом уровне будет демон с золотыми песочными часами на голове. Победив его, мне дают дополнительный ход. И этого я пробовал, поэтому хочу взять вот этого. Вы получаете дополнительный вариант на выбор при улучшении личных качеств или приобретении магических сил. Давайте-ка, наверное, его возьмем, потом посмотрим, что он нам будет давать. И у нас с вами 7 воспоминаний. Давайте теперь потратим эти очки умений с выгодой для нас. Ну, во-первых, мне надо вот это вот. Я нахожу в сундуках карты бомба. Так, изучаем. Выбор в сундуках становится шире на один вариант. Заманчиво. Каждый второй сундук превращается в костяной. В костяных сундуках меня ждут карты, которые я уже сыграла в этой партии. Хорошо, давай, давай сделаем. Дальше у нас... Так, я нахожу звезду внутри амфор, это мне не нужно. Я нахожу в сундуках карты кража. Вот это вот мне пригодится. Дальше смотрим. В начале каждого уровня я восстанавливаю половину от максимального уровня воли. Так, над этим надо подумать. Так, я могу выбирать редкие карты вместо магических сил. Вот это я, пожалуй, тоже возьму. У нас еще 3 очка, да, есть? Получив смертельный удар, я упаду на колени, но не проиграю. Ага. Так, пока мы это с вами, наверное, делать не будем. А вот это я, пожалуй, возьму. Я могу найти красные камни. Они позволяют мне призвать на помощь великана, чтобы начать уровень заново или добыть новые карты. Вот это очень хорошо. Так, еще 2 очка, да, у нас? В начале каждого уровня я получаю шанс взять карты еще раз. Ага, вот это хорошо. Это отлично. Я нахожу на каждом уровне на один кристалл больше. Не знаю, нужно ли нам это. Я нахожу в сундуках карты гром. А вот это я, пожалуй, возьму. Так, я начинаю игру всего лишь с 6 мечами. Но на первом уровне меня ждут 2 сундука. Что-то пока я не хочу. Так, я нахожу в сундуках карты бомба. Вот это я заберу. Ну что, ребят, так, подожди, у меня... То есть, погоди-ка секунду. А, вот оно что, да? То есть я могу либо здесь на выбор. Хм. Понятно. То есть вы смотрите, видите, стрелочка идет здесь, да? То есть я могу либо это взять, либо вот это. Того же самого касается и вот здесь. Я нахожу звезды внутри амфор. А тут кристаллы нахожу внутри амфор. Ага. Ясненько. Так, на каждом уровне будет демон с золотыми песочными часами на голове. Зачем вот это вот давать, если у меня есть такой дружок, которого я могу взять, и он мне будет давать такой же бонус? Странно немножко. Ладно, давайте тогда сделаем вариант шире на один. Вот так вот. Ну что, друзья, воспоминания мы с вами сделали. Так, друзья воображаемые взяты. Так, взятый или нет, я не могу понять. Я вроде бы его как активировал, да, все. И подарочки, да, у нас есть. Поехали, попробуем сегодня пройти эту игру. Потому что я ее уже на самом деле прошел, но на ноутбуке поиграл. Чисто захотел в ней разобраться получше, и очень хорошо получилось у меня. Давайте посмотрим, получится ли у меня это сделать на записи. Так. Ну что, побежали. Тут мы все с вами открыли. Делать нам здесь нечего. Заставки, ребят, не будем смотреть с вами, потому что мы уже их видели. А если что-то новенькое, тогда мы на этом заострим наше внимание. Так, забираем с вами осколки. Так, вот этого ханорика надо в первую очередь бомбить, потому что он будет у меня воровать карты. Так, дальше что делаем? Дальше мы, наверное, вот так вот с вами сделаем. Сундучок этот обязательно нужно открыть. Мне нужно копить карты. Мне нужно копить карты. Так, а что это такое? Блокирует все атаки в течение 2 ходов. Хм, заманчиво. Ладно, я возьму. И также возьму лук. Да. Так, подожди, лук.
Ну что, погнали. Погнали дальше. Тут будут такие уровни жесткие. Ну, вы, наверное, увидите их сами. Скорее всего, я на них сфейлюсь. Конечно, не поверите. У нас тут... Что это такое? Так, костяной сундук. Выбор карт. Ну что, я возьму, наверное, лук и мечи. Вот так вот. Дальше, вот это вот надо обязательно взять. Это воспоминание, я не знаю, правда, какое. Но можно, в принципе, посмотреть. Так, этих ханориков нужно уничтожить. Один, правда, сейчас... А, нет, он не успеет сходить, да? Тогда мы его ликвидируем. А тут у нас минотавр стоит. Да еще и в броне. Так, секунду. Так, что бы нам взять? Возьму, наверное, я бомбочку, да? И волю. Восстановление. Вот так вот. Плюс, ребята, камень великана здесь нам выпадает. Ну что, нам нужно, по идее, минотавра вот этого забомбить. Но мы сделаем немножко хитренько с вами. Кстати, дружок, вот он, воображаемый друг, рядышком стоит. Так, он прыгает там, да? Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Собьем броню с него для начала. Ага, вот он как сделал. Ой-ой-ой, что-то меня тут жестко разбирают. И бомбим. Отлично. Так, я получил уровень. Будем с вами, знаете, что прокачивать? Вот это вот. Нет, подожди секунду, не вот это. Где же тут выбор? Так, подбирая кристалл, я буду получать одну очку воли. Я не хочу это. После того, как я сыграю 12 карт, следующая сыгранная карта вернется в сумку. Тоже не очень хочу это. На каждом уровне два демона будут сильнее, но я получу 3 звезды. Хорошо. Давай, наверное, вот это вот выучим. Так, минотавр, успокойся, пожалуйста. Может, мне его не трогать? Ладно, пока перебьемся. Так, у нас еще одна красная звезда, и мы с вами прокачиваем что-то здесь. Угу. Так, мы можем с вами взять торнадо. Оно ломает броню и щит врагов. Потом эта карта возвращается ко мне в руку. Какая-то арфа новая что-то усыпляет врага. Эта карта возвращается в мою сумку. Лира. И лестница, это дает возможность нам немедленно перебраться на следующий уровень. То есть перепрыгнуть его. Вот теперь незадачка, ребята. Что лучше взять? Лестница, она не возвращается в руку. Она просто исчезает у тебя. Ой, я даже не знаю. Урон в 3 единицы и больше снижается на 1. Вот это было бы неплохо на самом деле. Ну и лестница тоже пригодилась бы. Ладно, я возьму, пожалуй, броню вот эту. Так, друзья, и сматываемся отсюда. Так, ну это мы видели. Мы с вами в подземелье. В подземелье выглядят воры у нас. Воры у нас. Поэтому их нужно, естественно, в первую очередь бомбить. И желательно издалека, если у тебя есть, конечно же, лук. Так, ну что, вроде зачистил. Теперь можно и вот этих вот ханориков бомбить. Хм. Там костяной сундук. Это хорошо, его нужно получить мне. Давай, наверное, начнем вот так. Дайте мне карты нормальные. Что вы мне даете магические, а? Так, вот этого надо тоже убить. Потому что это... кнут этого бешеного быка возвращает к жизни поверженных скелетов. Нам это нужно? Нет. А вот сундучки мы с вами заберем. Так, значит, мне бомбочки даются здесь, лук и мечи. Возьму, пожалуй, лук и мечи. Хотя, нет, давай-ка лучше бомбочки возьмем. Возьмем бомбочки, значит, и лук. Я думаю, так будет. Так, капкан сработал. У меня, кстати, здоровья-то очень мало. Нам нужно восстановить волю. Так, восстановил волю. И еще у нас один сундук. Здесь возьмем мечи и лук. Вот так вот. У нас здесь уже лестница. Так, уберем капкан. Он нам здесь не нужен.
Уничтожаем скелетика и убегаем отсюда. По-быстренькому. Давай, Ирис, беги. Так, следующая у нас с вами, да, бойня. Три воришки стоят в первом ряду. Так, что же нам сделать-то лучше, поэффективнее? Друзья мои, я предлагаю сделать вот такой вот вариант. Да, я знаю, что я могу получить урон в 5 единиц, но лучше так, чем получить от каждого. Так, забираем с вами сундук. Тут у нас типа мини-боссик стоит. Здесь я возьму, пожалуй, бомбочку и... Давай мечи возьмем. Так, что он делает? По-моему, позволяет атаковать дважды врагам. Нам это нужно? Конечно же, нет. Поэтому давайте-ка мы, наверное, сейчас его попробуем. Нет, вначале я поставлю вот эту штуку, защиту. Видите, никакого урона я не получаю. Теперь будем с вами разбираться с ним. Во-первых, применяем магию. Сняли броню. И теперь издалека его расстреливаем. А он сейчас подойдет вообще-то вплотную ко мне, да? Да. Поэтому забираю здесь осколочки. И применю, пожалуй-ка... Нет, не будем мы бомбочку тратить. Ну да, бомбочку тратить. Давай так справимся. Уровень получил. Что нам дают? Ага. На каждом уровне 4 демона будут сильнее. Но я получу 3 звезды. Так, подожди, вот что мне нужно. Я беру 5 карт вместо 4. Вот это да, вот это вот нам пригодится, поверьте мне. Теперь я могу бомбочку бросить. Но я тогда сундук боюсь разбить. Ладно. Сделаем немножко по-другому. Прокачиваемся с вами дальше. И здесь я буду прокачивать себе вот лук. Теперь у меня повреждение будет наноситься двум юнитам, двум врагам. Так, ну теперь же делаем вот так вот. Хитрый ход. Так, опять Минотавр у нас здесь стоит. Ну, его я сейчас быстренько уберу отсюда. У меня есть мечи. Вот так вот. Открываем с вами костяной сундук и забираем из него что? Ну, давай возьмем бомбочку, наверное, да? И, скорее всего, нам надо будет... Слушай, я не знаю, сколько у нас карт выносливости. Давай возьмем, наверное, с вами огонь. И заглянем в сумку. У нас с вами сколько? Раз, два, три, пять карточек на волю. То есть это хорошо. Очень много карт на мечи, на лук... На топоры средненько и на огонь. Слушай, маленький выбор. Нам нужны элитные карты. Так, будем драться с ними? Нет, пожалуй, не будем. Побежим с вами дальше. Побежим с вами дальше. Так, здесь у нас что? Ох, веселуха сейчас будет, друзья мои. Будет веселуха. Так, у меня нету, да? Карты лук. Нету. Тогда делаем с вами, наверное... Нет, сундук. Сундук, если получает два повреждения, он, ребята, исчезает. Давай, наверное, вот так вот бросим. Отлично. Отлично сработано. Сейчас карту украдут, меч. Поэтому нужно нам... Знаешь, что сделать? Я до этого достать не могу, да, с бомбочкой? Магию, если только потратить. Давай потратим магию. Отлично. Так, продолжаем нашу эпопею. Так, они что там? Этот скелет прикрывает щитом, который может защититься от всего, кроме грома, бомбы и огня. Как раз то, что нам нужно. Как раз то, что нам нужно. Ну, желательно вот так вот, да, сделать? Хм, а у меня выносливости-то маловато. Друзья мои, маловато выносливости. Тогда сделаем, наверное, знаешь что? Да елки-палки, что ж такое-то? Как же мне тут лучше сделать? Давай, наверное, заберу осколки. Так, тут Минотавр. Короче, вот так вот сделаем. Угу. Так, уже лестница у нас тут на подходе. Че, будем поджигать? Придется. Мне нужен этот сундук, друзья мои. Открываем сундук, тут нам дают на выбор бомбочку, волю или огонь. Я возьму бомбу. Так, ну что, с этим разбираемся и, наверное, пора сматываться. А, мы еще и уровень получили. Так,
Вот здесь очень интересно, друзья мои. Очень хороший выбор, потому что вот это мне дает защиту. Вот это мне дает волю. То есть, что бы нам прокачать? Я хотел бы, конечно, прокачать защиту. Наверное, так и сделаем. Прокачаем защиту с вами и сматываемся отсюда. Так, здесь у нас грустные скелеты, которые дают мне свои слезы. А они мне нужны? Конечно же, нет. Поэтому убираем его отсюда. Забираем с вами костяной сундук. Так, тут я заберу, пожалуй, мечи и стрелы с луком. Так, убираем вот этого мужичка отсюда. Забираем. Так, этот в броне. Ну ладно, я подходит. Так, тут у нас еще циклопы. Ну, циклопов нужно сразу бомбить. Возможности. Так, куда бы мне прицелиться-то лучше? Сюда, может быть? Или вот сюда? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Отлично. Так, друзья мои, у меня очень мало здоровья. Понимаешь? Очень мало здоровья. Я могу проиграть сейчас. Держимся с вами до последнего. Надеюсь, мне карта выпадет нужная. Убиваем. Берем амфору. Так, дай мне, пожалуйста, выносливость. Выносливость и карточку кражи. Так, ну что, давайте здоровье себе восстановим. Отлично. Так, заберем с вами осколки. Уровень получили. Так, дай... Ох ты, а это что такое? Крадет по одной карте у каждого врага. За каждую украденную карту я избавляюсь от одной карты грусть. Вау. Это, кстати, очень хорошо. Могу только один выбор, да, сделать? И лестница тут еще, блин. Ладно, беру эту карту. Беру эту карту, и мне нужно вот здесь вот пробиться для того, чтобы убежать по лестнице. Для этого придется сломать. Оу, это циклоп у нас тут. Так, ну что, давайте, наверное, заберем у него оглушение. Вот этот вот валун, который он мне сейчас подкинул. Это карта оглушения. Так, ну все, сматываемся отсюда и бежим. Мы с вами как бы по фасту попробуем. Хотя на самом деле желательно полностью там проходить. Здесь, короче, очень интересный уровень. Здесь у нас вот такой вот будет босс. Их нужно убить сразу троих. То есть, видим одного, того, там. На втором ряду будет второй и на третьем третий. Нужно их всех выманить. Давайте будем приступать. Так, у этого что? Зеркало отражает магические атаки. Понятно. Значит, его только физухой бомбить. Только лишь физухой. Этого тоже, конечно, не хотелось бы. Он поджигает мои карты. Ладно, разберемся, наверное, с этим вначале. Так, вот он боссик. Один из трех. Убивать его нет смысла, потому что он будет постоянно возрождаться. Так что не тратим на него ход. А вот этих вот нужно обязательно уничтожить. Обязательно, друзья мои. Потому что иначе нам будет очень плохо. Так, давай-ка вот этого. Он тоже очень сильно дамажит. Этот котяра. Так, Минотавр перепрыгнул, да, через костяной сундук. Хорошо, мы его тоже сейчас подобьем. А там, по-моему, еще один Минотавр, да, готовится уже. Ладно, фиг с ним. Что-то у меня как-то с выносливостью очень плохо на самом деле. Друзья, давайте, наверное, возьмем карточку и бомбочку. Вот, вот так-то будет лучше. Видите, уже появился второй боссик. Значит, нам нужно еще вот этот вот ряд нижний подбить, чтобы появился третий. Потом мы их соединяем всех и уничтожаем. Если, конечно, у нас будет с вами секира. Но вначале давай разберемся вот с этими. Так. Минус. Так, тут мы с вами что должны сделать? Там котейка мне не нравится тот, который стоит. Давай-ка мы, наверное, заберем лук. Уровень получаем. Хорошо, давай посмотрим, что нам дают на прокачку. Так, я беру 6 карт вместо 5. Но я, скорее всего, возьму, наверное, защиту. Нет. Возьму все-таки вот эту вот, друзья мои. Ладошку. Так, забираем с вами осколки.
Бросить бомб... Нет, бомбочку пока не будем бросать. Сейчас мы с вами вот так лучше сделаем. Опа. Так, выносливость, да? Воли очень мало, поэтому, друзья, тратим волю. Восстанавливаем себе здоровье. И вот босяра уже здесь, да? То есть нам нужно уничтожить Минотавра. Вот так. Потом уничтожаем Минотавра с вами. Они соединяются все втроем. И секирой убиваем. Вот так, друзья мои. Оу, карточка великана. Знак. Сейчас мы с вами его тоже подберем. Но вначале получаем уровень. Так, что же нам с вами взять? Я думаю, наверное, монстры, которые пережили удар топора, становятся на два хода оглушенными. Или же в начале хода я получаю одну очку воли за каждый меч в своей руке. Но это как-то невыгодно. Поэтому я, скорее всего, вот это вот возьму. Лучше оглушение. Так, уничтожаем вот этого кота и забираем с вами карточку великана. Все, сматываемся отсюда. Так, это мы с вами тоже видели уже в прошлой серии. А вот здесь хорошо уже. Правда, то, что коты-призраки, это плохо. Но то, что два сундука, это замечательно. Так, забираем, значит, с вами бомбочку и волю. Бомбочка, воля. Так, ну-ка, что нам... Да, господи, я хотел сундук открыть, а не ударить. Беру, наверное, секиру здесь. Ага, втроем стоят, да? Они стоят тут втроем. Ну, в принципе, друзья... Да ладно, бомбим. Хотя этот в броне. Тогда сделаем вот так. Неплохо, я считаю. Очень неплохо. И теперь секира. Так, грустный скелет. Ты мне здесь не нужен, если честно. Мне как-то так. Надо вот это вот потратить. Сокрушить любого врага. Так. Чё, этот валун способен сокрушить любого врага, либо три хода служить мне щитом. Ничего себе. Сокрушить любого врага может. Слушай, тогда не будем мы тратить, пригодится. Здесь мы с вами... Так, погоди-ка. Давай вот так вот. И теперь бомби. Ах ты, ушлепок мелкий. Я его не увидел, друзья. Я его не увидел. Сейчас получим с вами слезы. Это плохо. И у меня секиры нету, да? Как же я так не увидел там, что он с кнутом-то стоит? Ну, сам виноват. Так, вот здесь вот надо сделать вот такой маневр. Отлично. Уровень получили. И, кстати, воли очень мало у меня. Так, ну тут, наверное, мы с вами возьмем что? На 10 очков побольше нам нужно здоровье. Давайте тогда вот эту вот карту, которая нам выносливость на 10 очков увеличит. То есть 70, было 60, стало 70. Так, продолжаем нашу эпопею. Во-первых, нам нужно с вами сделать вот так вот. Ой, как бумкнуло. Забираем сундук и... Так, секиру возьму. Да, секиру. Здесь что у нас? Этот скелет нам здесь не нужен. Забираем осколки. Открываем сундук. Оу, мимик. Попался, да? Попался. Ладно, хорошо, давай так сделаем. Кот-призрак. Это плохо. Выносливость пока есть. Ну что, что будем делать с вами? Давай, наверное... Так, а я же могу кота вот валуном, нет? Нет, кота я валуном не могу. Тогда нам придется с вами сматываться. А я не успею. Я, друзья, не успею смыться. Ладно, потерпим маленько. Так, давай... Еще разок ударим. Последний раз бьем и сматываемся отсюда. Как они тут бомбят. Так, что у нас тут? Ёлки-палки, это что такое? Что это за подземелье? Честно говоря, я не помню такого. Забираем с вами карты. Возьму мечи. И надо выносливость брать.
А, у меня была уже карта здесь. Проглядел. Так, окаменевший демон. Один пинок, и он развалится на куски. Хм. Вау. Круто. Но мне что-то это не нравится. Тут какой-то подвох. Кстати, друзья, такого уровня у меня не было еще ни разу. Первый раз вижу. Так что я не знаю, что здесь у нас будет. Капкан сработает. Ай-яй-яй. Капкан сработал. Давай убьем. Так, мне нужно восстановить выносливость себе. Возьмем с вами вот эти осколки. Опа, а это кто такой? Так, если сыграть карту на Горгону, она обратит меня в камень. Кроме того, она способна воскрешать союзников. Ху-ху. А как мне тогда... Подожди, а как мне тогда с ней быть? Так, я понял. Ух, я, кажется, легко отделался. Такого босса, на самом деле, я еще не видел. В первый раз мне выпал он. Так, ну что ж, давайте уничтожать тогда всех. Ай, капкан сработал. Слушай, у меня очень много карт, которые мне сейчас в данный момент вообще не нужны. Так, мне нужно добраться до... Да елки-палки, до звезды, не того убил. Вот так вот. Угу, секира. Хорошо. Забираем с вами звезду. Кстати, там какое-то воспоминание. На выбор, да, значит? А что здесь? Урон в 3 единицы и больше снижается на 2. В начале каждого уровня я получаю 2 карты меч и немедленно беру их в руки. Если моя воля упадет ниже 5, а у меня в сумке окажется карта уверенности, я немедленно возьму ее в руку. Ёлки-палки, а и то хорошо, ладно. Надо вот эту карту получить. Надо получить вон ту карту. А что это такое? Окаменевший демон. Что это за демон такой был непонятный? Так, давай дальше, наверное, здесь вот почистим. Это воспоминание. Я хочу просто его получить. Что ты там рисуешь? Можно взглянуть? Это комиксы? А, нет, это игра. Ты придумываешь игру? Можно посмотреть? А, ну тогда оставлю тебя в покое. Я так понимаю, это отец. Отец с дочкой. Ну что, друзья, мы, наверное, с вами пробиваем вот этого монстра и бежим по лестнице. А, не того убил, елки-палки, вот здесь надо. Хотя здесь можно было бы побомбить немножечко их, да? Может быть, что-нибудь хорошее нам выпало бы. Но также и трата карт у нас будет. Так, что тут у нас? Вижу 2 минотавра. Вижу 2 сундука. Ну, откроем этот. Возьму, наверное, бомбочки и лук. Отлично. Так, котейку этого убиваем. Оу, тут еще и циклопы притаились. Ну, циклоп так циклоп. Минус. Так, забираем с вами осколки и сундук. Так, здесь мечи, выносливость. Почему я называю ее выносливость? Это воля. Ну, это по привычке, друзья. Так, и возьму, наверное, я мечи все-таки. Мечи и бомбочки. Вот так вот. Так, минотавры там скочат, прыгают. Давай, наверное, мы от них избавимся. Вот таким образом. Получили по стреле. Тут в броне они все, да? Если я сделаю вот так... Броня послетала, да? В принципе, теперь можно их разбирать. Ай, циклоп, елки-палки, не заметил. Вау, там гигантский циклоп стоит. Он еще и в броне. Давай так сделаем. Пока. Гигантский циклоп. Слушай, ничего себе, он бомбит по мне. Ну что, давай вот так сделаем. Получил уровень. Уровень, значит, с вами мы прокачиваем что? Прокачиваем щит. Прокачиваем с вами щит. Этого гаврика я, наверное, уберу. И
теперь мне нужна звезда. Для того, чтобы получить звезду, я должен здесь себе пробить проход. Ага. Ну что, звезда, получаем с вами новое какое-то. Так, секундочку. А это что за новенькое такое? Используя карту кражи, я краду карты даже у непобежденных врагов. Я могу сыграть все карты кража в руке. Воу! Шикарно на самом деле. Я, пожалуй, выучу это. Ну что, погнали отсюда? Погодите секунду, так я потрачу, наверное, волю. Потому что у нас слишком много карт в руке. Блин, вот взял тоже, крадет по одной карте у каждого врага. У каждого врага, елки-палки. Опс, упс. Вот, начинается сложнота, ребята. А у меня в руке, как всегда, ерунда, да? Угу. Ну что, лишь бы выжить, погнали. Лишь бы у меня хватило здоровья. У меня нет ни одного щита, елки-палки. Так, уничтожаем. Сейчас будем с вами тратить карточки воли. Лестница у нас находится вон там. Не тот ряд я начал бомбить, к сожалению. Так, ну что, тут у нас камни пошли, да? Значит, сделаем с вами. Слушай, а что у них? Что у них за карты? Я не хочу проверять, но хотелось. Ладно, сделаем вот так вот. Теперь. Господи. Мне надо и то, и то, и... Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь магическую карту. Пока у... Да нет, они мне дают повышение воли. Зачем? Вот когда мне не нужна, они мне дают. Понимаешь, в чем проблема? Ну давай бросим, чтобы голова просто здесь появилась. Пришлось, друзья. Так, уничтожаем вот эту вот голову. Так, ну с ними, я думаю, мы справимся. С ними мы справимся. Так, еще, отлично. Остаются всего лишь две кобры. Сейчас мы с ними разберемся, друзья. Так, уровень получил. Получил уровень. Так, ох ты. На моих врагов обрушивается дождь и стрел. Так, взрыв в форме креста, понятно. Хм. Я, наверное, возьму все-таки бомбочки. Я возьму бомбочки, потому что у них все-таки получше будет удар. А здесь я возьму карты на кражу, потому что я могу их потом... Что? А, еще выбрать, да? Еще выбрать надо. Возьмем лук. Да, пожалуй, вот так вот. Ну что, надо с этими кобрами, я думаю, разбираться. Ух ты, а что это я получил? А что это я получил такое, друзья мои? Ну-ка, я беру карты, пока в руке не будет 10 штук. О-о-о, позвонок карта называется. Нифига себе, пока не будет 10 штук. А у меня сколько сейчас в руке? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть я еще потом три могу взять. Нехило, нехило. Ой, что я сделал? Господи, зачем? Я нажал на бомбочку, ребята, и хотел просто посмотреть здесь. Она сработала. Так, ну давай. Позвонок свой. Я вижу тут вот осколочки, но обойдемся. Обойдемся и без них, наверное. Так, друзья мои, что будем учить? Так, сумку я не буду учить. Так, немедленно возьму ее в руку. У нас это не прокачано, да? У нас это не прокачано с вами. Так, цель побеждена, я краду три карты. Или взять все-таки пламя? Нет, я, наверное, возьму вот это вот. Друзья мои, ну что, погнали. Погнали дальше. Теперь я ясно вижу. Внутри меня плачет великан. И слезы его порождают моих демонов. Вот так вот. Ах ты, маленький свин. Друзья мои, вот эта вот хрюшка делает такую штуку. Смотрите. Четыре демона вокруг этой летучей мыши неуязвимы. То есть это вот так вот идет крестом. И смотрите, что самое главное. Если я сейчас убью, вот этот капкан на меня сработает. А он уничтожит все карты в моей руке. Ты понимаешь? Так что давай мы с тобой откроем сундучок для начала. Возьму, наверное, я
бомбочку и кражу. Нет, не кражу, друзья. Вот так вот я сделаю. Ну что, попробуем, наверное, с вами. А как мне быть? А как мне быть? Это же... То есть, получается, я убить должен в любом случае этого ханорика, да? Мне нужна защита, друзья. У меня защиты нету. Так ведь? У меня нет защиты. А интересно, какие у него карты, если я, например, его подобью? Ёлки-палки, я думал, она все карты уничтожит. Нет, друзья мои, зря волновался. Ну что, давай. Так, а тут у нас отражает магические атаки. Ну, магически отражаешь, а физуху, наверное, не отразишь. Или же... который защищает от всего, кроме магии. Вот так мы с вами сделаем. Вот так мы с вами сделаем. Сейчас здесь подрывник. Их мы уничтожаем вот таким образом. Отлично. Теперь минус. Забираем осколочек с вами. Минус. Хорошо, пока все нормуль. Все под контролем, друзья. Так, опять этот свин мелкий, да? Летучая мышь. По-любому ее нужно было уничтожать, потому что иначе она бы... Так, секунду. Иначе она бы делала бы юнитов неуязвимыми. Так, я беру карты, пока 10 штук в руке. Нет, это я не хочу. Блокирую все атаки в течение 4 ходов. Вот это я, пожалуй, одену. Так, что же мне теперь-то сделать? Давай, наверное, вот так. Вжарим. Я не помню. От всего, кроме магических карт. А как же ты тогда выстоял, парень? Я не могу понять, против огня-то. Интересно. Ну как, да? Разорвало, да, к ядрине фени. Капкан опять. Опять капкан. Мне нужно, знаете что? Вот именно, стрелы. Так, отражает магию. Ну, так, секунду. Мы вот так вот лучше сделаем. Потому что там, опа, сундучок в камне валялся. Понятно. Сундук я обязательно должен забрать. И здесь у нас кража и огонь. Я возьму, наверное, кражу. Я возьму кражу. Так, магически отражает, но мы его физухой уничтожаем. Так, в броне, да, парень? Парень у нас в броне здесь находится. У нас, кстати, очень мало с вами воли, поэтому надо восстановить ее, естественно. И давай, наверное, погоди, нет, это я приберегу. Это я приберегу, а вот этого вот так вот. Два сундука, друзья мои. Так, ну, во-первых, нам нужно с вами волю и лук. Воля и лук уничтожаем. А в этом сундучке что у нас? Защита. Я беру защиту и... Нет, подожди, давай-ка я, наверное, возьму кнут. Ну что, плешивый? Ага. Не вышло, да? Ладно. Побежали тогда с вами дальше. Оу, два сундучка. Так, плаксивые скелеты здесь у нас стоят. Плаксивые скелеты. Ну, от них нужно избавляться. Так, сделаем с вами немножко по-хитрому. Откроем сундуки для начала. Так, возьмем стрелы и возьмем топор. Здесь у нас возьмем выносливость и топор, пожалуй, тоже. Так, теперь, короче, бомби. У вас с бомбочкой, да, ханорик? С бомбочкой. Ну что, тогда мы, наверное, еще разок, да? Или подожди-ка, тут плаксивый зомби. Да, придется сделать так. Уровень получили. Хорошо, отлично. Так, прокачка идет у нас. Идет прокачка. Так, щит, это все хорошо. Вот они, ребята, вот хитро сейчас в данный момент сделали. Они самые лучшие прокачки мне
всунули просто в один выбор. Твою ж налево. Ну что, нам с вами нужно что-то сейчас предпринять. Во-первых, я поставлю на себя защиту на 4 хода. В плане еще одно, ну ладно. На 8 ходов мы с вами защищены. Дальше что у нас получается? Мы должны с вами дальше бомбить. Так. Вот этого я, наверное, подобью. Хорошо. Пока живем. Так, если я этого подобью, он уничтожит капкан. А мне нужно, чтобы он уничтожил и лучника. Так, что у нас тут? Я беру карты. В огне минус 8 очков воли. Я даже не знаю, друзья, что нам тут предпринять. Ну, во-первых, этого надо убрать. Что-то мне карты какие-то... Во, вот сейчас хорошо. Так, защищается от всего. Погнали. Так, огненный чувачок, мы его сейчас подбиваем. Он уничтожает двоих. Хорошо. Так, защита еще 3 хода у меня. Так, тут у нас, по-моему, циклоп. Нет, не циклоп. Котейка, да? Тут с косой. Тут с финкой, да? И плаксивый еще зомбарь стоит здесь. Главное, избавимся от него. Теперь что нам сделать? Коса, кстати, нужно ее забрать. Это хорошая штука. Сейчас я вам покажу, что делает коса. Смотрите, друзья. Атакует всех врагов в первом ряду и крадет по карте у каждого. Ну, вы поняли, да? Почему именно я так сделал? Так, заберем с вами осколочки. Там какая-то жесть у нас идет. Магические, да, защитники? Что же нам сделать с вами, а? Что же нам с вами сделать? Ну, давай этого уберем вначале. Последний ход, да, защиты у меня. Он закончился. Так, уничтожаем этого. Давай, хорош. Так, вот этот с бомбочкой. Давайте его, наверное, бомбанем. Так, а у него что, защита, что ли, от взрывов? Ну да, он отражает все магические атаки. Гром, огонь и взрыв. А этот носит броню, прикрывается щитом, который защищает его от всего, кроме магических атак. Да что ж вы будете делать? Вы как спецом. Все против меня. Где лестница? С какой стороны она пойдет, а? Так, скелета убрали отсюда. Скелета убрали. Дальше что у нас тут идет? У нас дальше идут с вами стрелы. Блин, мне бы что-нибудь заработать бы, я не знаю. Сундучок какой-нибудь бы подкинули. Так что ли сделать? Украсть? А, я не украду по карте. Потому что эти выживут. Эти у нас выживут. Так, я трачу волю. Восстановили, да? Мне кажется, что лестница будет где-то там. Могу ошибаться. Ой, уж налево. Так, бомбочка. Погоди секунду. Так, кроме магических карт. Вот сейчас мы с вами тут и бомбанем, да, наверное? Да как он выжил-то, я не могу понять. Не пойму, как он мог выжить. Ну что, ребята, воруем? Так, своровал что-то. Погнали. Так, этот у нас защищен от магии, да? Значит, мы его можем подбить. Или вот этого лучше нам бомбануть. Давай так сделаем. А, капкан сейчас еще похари мне даст, смотри. Да что ж ты будешь делать? Не одно, так другое.
отражает, ее зеркало отражает магические атаки. Значит, магию отражает, а физуху он не должен. Ну что ж, давай тогда вот так сделаем. Не пойму я, друзья, как он может выжить, а? Так, восстановим, наверное, себе волю. Восстановим волю и восстановим себе защиту. Так, ну что, теперь бомбить по ним. Или вот так лучше сделаем. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Подожди-ка. У него сейчас броня слетела. Ну-ка еще разок. Да, у него была броня, кажется. Так, а теперь мы делаем с вами... Нет, подожди секунду. У этого магическая, да, защита? Хорошо, поехали. Вау. Так, с косой. Вот этот чувак опасен, на самом деле. Давай, наверное, вот так сделаем. Лестница вот она, оказывается, где была. Так, ну-ка, парень, иди отсюда. Звезда. Забираем звезду и прокачиваемся с вами. Так, ну, во-первых, я хочу... Так, а вот это что у нас? Я впадаю в транс и разыгрываю карты, пока моя рука не опустеет. Каждый побежденный демон приносит мне 3 очка воли и 1 кристалл. Но я выучу, наверное, вот это вот. То есть я могу целый ряд бомбить. Ну, 3 ряда... 3 стрелы выпускает, короче. Так, что у нас здесь? Защищается от всего, кроме магии, да? Как же мне тебя убить-то теперь, а, Гаврик? Как мне тебя убить, скажи мне? Давай. Да елки-палки, дайте мне магическую карту. Что вы мне подсовываете здесь? Не то совсем. Мне нужна магия, ё-моё. Там кристаллы я вижу. Я вижу там кристаллы. Это надо вот так вот секиру просто потратить на ерунду какую-то. Потому что мне не дают просто магию. Твою ж налево. Ну вот это вот, это жесть. Это жесть на самом деле. Как вот мне быть? У меня вообще есть магия-то хоть? Есть одна карта. И каков шанс, что на мне выпадет? Так, оглушает врага. Камешек. Оглушил, елки-палки. Я, друзья, просто не знаю, как мне теперь быть. Мне не пройти. Кое-что, кажется, придумал, друзья. Так, это я только броню, да, скинул. Сделаем с вами вот такой вот хитрый ход. Ну вот так вот и смотрелось. Друзья, просто все растратил, что мог, ты понимаешь? Вот из-за этих вот гавриков, которые стояли. Мне нужно теперь карты набирать. Очень мало у меня в руке их осталось. 42. Это не годится никуда. Так, возьмем, значит, с вами стрелы и бомбу. Стрелы и бомбу. Так, я могу теперь бомбить целый ряд. Целый ряд. Угу. Ну, на первый ряд это не распространяется. Только лишь на второй и на третий и так далее. Так, секунду. Давай, наверное, вот так сделаем. Ой-ой-ой, там воришка у нас, да? Тогда вот так вот. Уровень получил, отлично. Так, прокачиваем с вами... Давай, наверное, щит. Щит прокачаем. Или все-таки волю. Давай волю. Заодно восстановим себе полностью. Так, что у нас дальше идет? Котейки. Один вор, другой дамагер. Причем дамагер жесткий. Он очень сильно будет бомбить. Посмотри, сколько он отнял ХП у меня. Понял? Вот этот вот упыреныш. Дай-ка я открою сундук. Мне нужен, наверное, валун. Нет, возьмем вот с вами на воровство. Теперь возьму секиру и вот так, еще на кражу.
Теперь, друзья, надо бомбить. Нет, вначале подкрепимся, а теперь уже будем бомбить. Вот так вот. Ворует, а, гаденыш, карту у меня. Ворует карту у меня, да? Сейчас я кое-что сделаю. Давай вот так вот. Он оглушенным будет, да, у нас? Отлично, пока пускай подумает. А тут скелеты, нытики, которые сейчас будут мне свои слезы давать. Ах, слезы, слезы. Да как же быть-то, а? Угу. И сзади такие тоже охламоны. Довольно жесткие стоят. Заплакали, заныли. Пришлось, ох, он еще и карту у меня. Так, поверить не могу, я нашла себе воображаемого друга. Возьму его с собой в начале следующей игры. Так, победите 20 демонов со звездочками на головах. Благодаря улучшению отвага. Что-то новенькое я, короче, сделал, друзья. Так, ну что, уничтожаем, наверное, вот этого гаврика. Да ты, вы запарили уже, а? Так, ставим защиту, чтобы мне эти слезы больше в руки не попадали. Так что же сделать-то, как быть? Если я сейчас буду воровать, я сворую у них слезы. Да ёпарсы ты, ну вот. Дайте мне меч. Где мечи, я не могу понять. Вот меч. Но это я только броню снес. Еще один, хорошо, отлично. Так, теперь нам нужно уничтожить вот этого, и там уже лестница. А мы сделаем это... Урон сейчас понесу. Да, понес урончик. Друзья, надо кое-что сделать. Вот так вот своровать. Да вот ты, да запарил ты уже своими слезами. Вот так вот. Это придется, друзья, тратить. Другого варианта не было. Понимаешь? Так, тратим с вами слезы здесь. Вот эти, чтобы они нам потом во время боя не попались. И восстанавливаем с вами волю. Ой-ой-ой, с картами очень большая напряженка. Давай-ка глянем, что у нас. Очень много стрел, очень много слез. Мало секир, мечей тоже мало. Кражи нету, а нет, кража есть. Нету защиты у меня нету. И очень мало магии. А дальше без магии будет сложно. Почему, потом увидите. Так, хитрый босс здесь, друзья мои. Очень хитрый босс. Не знаю, смогу ли я его подбить вот этими картами, но сейчас покажу вам. Короче, здесь огромный мимик. Он будет поедать мои карты. Чтобы нам его открыть, нужно сделать следующее. Вот он. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, не увидел. Дальше мы с вами делаем следующее. Подбиваем задний ряд. Сняли броню с него. Теперь ждем, когда сзади появится еще один такой же ханорик с бомбочкой. Слушай, а что если я вот у этого чувачка... А, капкан он мне даст. Капкан мне не нужен, на самом деле, поэтому перебьемся. Так, а сколько я заберу? А он съест карту эту. Он съест ее. Поэтому давай ему, наверное, знаешь что? Да елки-палки, ты бесишь меня уже здесь. Находится. Так, сделаем вот таким образом. Карты краш нужно будет приберечь, потому что там пойдут такие монстры хитренькие, у которых нужно будет воровать магию, иначе будет нам крышка там. Что если я сделаю? Нет, это невыгодно мне так. Это мне невыгодно. А там у нас... Блин, да что же сделать-то? Как быть-то лучше, а? Вот эти вот нытики просто, видишь, стоят. Они... Давай карту эту уберем отсюда. Капканы, да, выставляет. Капканы выставил. Тут еще их целая куча. Так, подбиваем вот это все. Зачистку сделали. Не понял, а почему сзади валуны у него? Ты мне давай подрывника сюда. Подрывника мне давай, они... Что-то тут одни валуны идут. Как-то странно, а как я его должен подбить тогда? Смотри, если я сейчас буду его даже атаковать или что-нибудь, он поедает карту. Понимаешь, что он делает?
Так что это бесполезно и бессмысленно. Сундучок. Что у нас тут есть? Защита, кража. Так, мы, наверное, с вами возьмем защиту и лук. Ну, придется сделать так, друзья мои. Так, повесим на себя защиту на 4 хода. Как бы мне сделать? Как бы мне... Чтобы подрывник у него сзади был, ты понимаешь, что мне нужно? Чтобы сзади был подрывник. Давай вот так вот сделаем. Пускай сгорает этот отряд. Капканы тут. Капканы, да? Осколки. Кинем бомбочку в ущерб себе. Во! Отлично, друзья мои. Смотрите, что мы с вами делаем. И сгорает босяра. Упс! Да что ж такое-то, посмотри. Сколько слез еще на мне висит. Так, звезду берем. Получаем с вами прокачку. Так, а что это у нас такое? Я могу сыграть все стрелы из руки. И кроме того, я получаю дополнительно по стреле в начале каждого уровня. Даже так? Давай. Давай я возьму. Стрел у меня, по-моему, там хватает. Вот эти слезы мне здесь не нужны. Давайте их потратим. Потратим. И восстановим себе волю. Так, и заодно глянем, что у нас по картам с вами тут творится. Очень много слез. Господи, они могут выпасть в ненужный мне момент. Мало мечей. Стрел, ну, достаточно. Кража есть, это хорошо. Две бомбочки плюс воля и защита. Погнали, друзья, погнали с вами дальше. Pandora's box. Ящик Пандоры. Я в волчьей пасти. И как у Тезея, у меня есть путеводная нить. Поток слез, ведущий к источнику всего. Путеводная нить, как у Тезея. Так, ну что? Тут плачущий, да, у нас зомбарь. Давай его убьем. И пошли у нас ворюги. Ворюги. Ну, мы можем это вот так вот сделать с вами. Дальше что у нас там? Опять плачущий, да, стоят позади. Так, уровень. Уровень, это хорошо. Берем, наверное, с вами вот эту. Подожди-ка, что у нас такое? Я получаю одну очку воли за каждого дня. Нет, не хочу я это. Вот, я беру 8 карт вместо 7. Вот это уже хорошо, это уже будет замечательно. Так, подобьем, наверное, вон тех, которые сзади у нас стоят. Отлично. Там у нас циклопы, что ли? Да, друзья мои, циклопы, которые спят на ходу. Но если он проснется, он может парализовать меня, оглушить. Нам это не нужно. Да сколько вас там, а? Сундук, елки-палки. Опачки. То ли воспоминания, то ли что. Надо будет получить. Давай так вот сделаем. Сейчас я заберу сундучок. Ага, еще и уровень получил. Воу. Так, у каждого врага карту я. Вот это я, наверное, заберу. Вот это я, наверное, заберу. А теперь забираем с вами сундук. Возьму стрелы. Атакует одного врага. 11 стрел у меня, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, циклоп проснулся. Такого нельзя допускать больше. Видите, два хода пропускаю. Так, ну что, попробуем вот так вот. Слушай, я не знаю, что это за карта, первый раз получаю. Что она делает? Обращает врага в камень. Вау, шикарно. Так, а здесь у нас еще и мини-боссик с броней. Он, друзья, с броней, поэтому надо как-то его бомбить. И желательно быстрее. Так, я могу что сделать? Применить огонь. Это с него сбросит броню. Так, сундучок я сейчас заберу. Так, открываем сундук и забираем с вами. А почему всего лишь одну косу дали мне? Ух ты! А, это оглушает врага. Значит, я забираю косу и
Мне нужна кража. Я возьму вот так вот. Так, ну что, парнишка, давай посмотрим, что у тебя за карта такая выпала. Так, у меня очень мало воли. Что за карта он мне подкинул? Давайте глянем тоже, где она. А, это вот это? Не, вот она. Он блокирует все атаки в течение 4 ходов. Этот щит не сломается никогда. Даже так? Меня это устраивает. Так, подчищаем. Что нам сделать дальше? Так, у нас есть с вами кража. У нас есть с вами кража. Давай-ка я вот украду нож. Заберу камень великана. А здесь заберу... Да е... О, сундучок. Чисто случайно, друзья мои, сундук этот выпал мне. Так, во-первых, восстановим волю еще с вами. Убьем этого котейку. Откроем сундучок. Угу. Огонь или защита? Я возьму, наверное, щит. Возьмем с вами щит и прокачку. Так, что у нас там? Что у нас тут? Так. Дождь стрел обрушивает на врага. Так, это воля. Так, когда карта попадает ко мне в сумку, я получаю 1 очко воли. Ну, это кража. Наверное, я все-таки возьму вот это, друзья мои. Да, я возьму кражу. Поехали. Ух, с каждым разом все сложнее и сложнее становится. Так, надо было мне, наверное, секиру брать, да? Ну что, поехали. Начнем вот так. Так, это меня поджарит, да, сейчас? О, вот, ребята, поехала жесть. Смотрите, что мы с вами делаем. Видите вот эти вот губы? С зубами, так скажем. Они очень жесткие, поэтому воруем у них карту вот эту вот. Нет. Но она должна мне выпасть в руки. Иначе меня сейчас тут распишут. Так, давай, наверное, мы с вами... Так, секунду. Вот так вот я сделаю вначале. Сделаю так. Дальше. Дальше что? Что мне лучше? Как выгоднее? Поджарить весь ряд. Давай поджарим весь ряд. Потратим стрелу, так уж и быть. Грустный скелет тут, да, подойдет ко мне? Ё-моё, как-то не вовремя, а. Так, мы применяем защиту. Когда я в защите нахожусь, друзья мои, никаких слез я не получаю. Вообще не получаю ничего плохого. Но щит трачу. Трачу щит. Давай вот так, наверное, мы с вами сделаем. Так, дальше. Дальше будем думать. Грустного скелета этого нужно убрать. Вот так мы с вами сделаем. Теперь. Как, ну давай вот так, наверное, подобьем, да? И вот так вот. Так, у меня еще есть щит. Это меня радует. Бомбим. Так, этого я сейчас, друзья, наказываю. А, мы даже вот так лучше сделаем. Подожди-ка секунду. Подожди. Отмена. Откроем сундук. Откроем сундук и сделаем, короче, вот так вот и вот так. Это у меня будет на волю, а вот это вот будет, если я убью врага вот этой картой, я получу 3 карты. Теперь смотри, что мы с вами сделаем сейчас. Этот пока в оглушении, да? Вот это. Вот эта карта, которая нет, да? Она уничтожает абсолютно всех на поле боя. То есть вот на данный момент, если я применю ее, все, кто здесь стоят, они будут уничтожены. Поэтому очень важно. Дальше вот такие вот пойдут упыреныши, вот эти вот. Они бомбят, поверьте мне, если я бы был без защиты, они меня сейчас бы тут раскрошили бы по полной программе. Так что давайте, наверное, еще вот так вот сделаем с вами. Ага, прекрасно. Прекрасно просто. Так, я могу, пока у меня защита стоит, вот эту вот слезу отсюда убрать. Она меня... Подожди, я не помню. А, ну да. Убираем эту слезу. Так, что дальше? Дальше мы с ними разбираемся с вами. Уничтожаем еще одного. Так, здесь забираем...
кувшин. Так, и подбить. Вот так. И я еще и уровень получил. Шикарно. Так, прокачка. Прокачка у нас будет, наверное, на защиту идти. Ну что, друзья, сейчас пойдут. Да, сейчас пойдут еще жесткие монстры. Вы не думайте, что на... вон они эти улыбочки. Так, ну что же, откроем для начала. Нет, сундук пока не надо трогать. Или надо? Надо. Надо трогать сундук. Возьмем с вами секиру здесь. И стрелы. Дальше, короче, мы с вами что можем предпринять? У меня защита есть, да? Давай так вот зарядим. Ага. Так, если мы этого уничтожаем, он... он уничтожает... ой, капкан сработал. Ну что, будем рисковать? Или лучше сделать нам вот это вот. Так, погоди-ка секунду. Давай, наверное, мы с вами вот так вот сделаем. Я ведь могу все стрелы применить, да, которые у меня в руке. Так ведь было сказано. Да, было именно так сказано. Поэтому вот таким вот образом мы с вами поступим. Сейчас будут бубнить, бубнить. Так, тут еще и... во! Вот она, карта. Кстати, ну я не знаю, будет ли она функционировать, если они неуязвимы. В холостую бросать тоже невыгодно мне. Твою ж налево. Ладно, я рискую. Друзья, она сразу... кроме капкана... почему капкан? Не сработал на капкан. Ладно, берем, короче, с вами секиру и воровство. Так, применяем еще разок с вами. Так, отлично. Жалко, что больше у меня нету, да? Так, давай, наверное, своруем здесь и посмотрим, что нам... а, молния достается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что... я беру карты пока... так, 10 штук, давай возьмем, наверное. Нет, 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 нет. Применять? Будем применять. Капкан... я оглушен еще. Давай применяем, наверное, с вами карту. Нет. Поехали. Капкан сработал. Два капкана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу. Ничего себе, новенькое что-то. Это ожерелье тебе. Оно принадлежало твоей бабушке. Рубины, они дают храбрость и уверенность. Так, такого воспоминания даже я не видел, друзья мои. Ну что же, знаешь, в чем проблема у меня сейчас? В том, что у меня не хватает... да-да, друзья, не хватает... вау! Будем надеяться, что в этом сундучке что-нибудь полезное для меня будет. Мне нужна воля. Есть! Есть, друзья мои, воля. Так, и сразу же я трачу, потому что, ну, смотрите, 17 штук, куда это? Конечно, никуда не годится. Все, восстановил, да, 68 воли у меня. Теперь я могу смело бежать. Нам осталось совсем ничего, и мы подойдем с вами к великану. Но, поверьте, сейчас самая сложнота будет. Мне нужны будут магические карты нет. Ну, которые называются нет. А сколько у меня штук? В инвентаре, в инвентаре. Да, в принципе, достаточно, но надо, чтобы они мне выпали в руки. И желательно, чтобы не попадали вот эти слезы. Ну что же, давай потихоньку начинать. Начнем с секиры. Так, сундучок, да, выпадает. Тихо-тихо, не буяним, не буяним, ребятушки. Так, возьму бомбочку здесь и возьму, наверное, кражу. Возьму бомбочку, кражу. У меня нету воли, ребята, вот здесь нету воли. Если, не дай боже, что-то случится... они будут... у меня даже защиты нету, понимаешь? Это очень плохо. Это очень, друзья, плохо. Ой-ой-ой-ой, начинается, начинается тут. Видите, у них сколько защиты, посмотрите. Сколько у них защиты. То есть, раз, два, три, четыре защиты. Господи, это мне их не пробить, наверное, никогда. И магической карты нету. Вот самое-то в чем проблема. Ладно, бросила. Господи, ну дайте мне карту, ну пожалуйста. Ну, они мне не хотят давать. Применять нет, пока не будем. Пока не будем, давай я, наверное, открою.
Защита, хорошо, хоть защита выпала. Я могу ее надеть на себя. На 5 ходов, да? В общем, ребята, сейчас будет самый ответственный момент. Начинаем рубить. Хорошо, хотя бы так. Карты, ну дайте мне карты нужные, ну пожалуйста, ну что? Нет, они вот дают всякую ерунду. Они мне дают всякую ерунду, которая мне в данный момент, ну, не нужна. Просто, понимаешь, не нужна. Какая же ты дурочка, видите, там какие-то обзывательства на нее идут. Что мы можем с вами сделать? Мы можем ударить. Все, да, сейчас закончится у меня защита. И поплыву я. Так, давай, наверное, потратим. И ударим. Все. Последняя, ребят, защита у меня. Господи, как же быть? Как же быть? Ну, дайте мне карты нормальные. Ну, что вы? Не хотят, друзья мои. Не хотят они ничего мне давать. Карты нет. Вот они. Вот они лежат. У меня тут много. Вот защита есть. Вот защита есть. Ну, что вам стоит-то, а? Что вам стоит? Ну, почему не в руку, а? Почему в инвентарь? Почему в руку мне не даешь? Друзья мои, ну я не знаю. Пытаемся. Дал тоже мне. Ну что ты вот... Ну что ты мне вот подсунул, а? Ой-о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 й. Смотри, как мне... Улетучиваются, друзья, здоровья. Это так сфы... Это вот уже, друзья, специально все сделано. Ну ты посмотри, вот они карты. Вот они карты. Почему ты мне не даешь, а? Почему ты мне этого не даешь? Я карт этих натырил уже, фиг знает сколько. Они не дают мне. Все, сейчас здоровье до нуля, да? Да ладно, спасибо тебе большое. Хотя... Так, что? Давай, тратим. Тратим волю, ты чё? Конечно, тратим. Там еще и этот плешивый, который все время дает неуязвимость. Вау! Так, что это? Что это у нас? Обращает врага в камень. Обращает врага в камень. Пока не нужно. Пока не нужно, ребята, мы этих будем бомбить. Они пока оглушены. Что там такое лежит? Я не могу понять. Там что-то есть или... Нету там ничего. Пускай они пока будут оглушенными. Ой-ой-ой, ребятушки, как же тут напряженненько-то все. Давай вот так, наверное, с вами сделаем. И что же мы можем сделать с вами? И вот так вот сделаем. Так, броня слетает потихоньку, но у меня здоровье тоже. Так, у меня есть еще... Ага, защита. Погоди секунду, я хочу... Да елки-палки, дайте мне хоть посмотреть, что у меня в руках там. Какие карты? Так, есть еще, да, пополнение воли. Пополнение воли еще есть. Друзья мои, погнали. Риск. Я иду ва-банк, короче. Либо-либо. Ой, слава богу, дали карту еще. Так, у меня 3 защиты. Нам нужно с вами... Так, тут опять этот ханорик. Так, у тебя есть защита или нет? Мне не видно. Не вижу, ребята. Нету. Понятно. Есть, уровень получил. Так, что у нас на прокачку идет? Оу, давай, вот это вот, вот это надо. Восстанавливай мне волю всю. Аллилуйя, спасибо большое. Игра улыбнулась, кажется, мне. Ух, переживаю просто, ребят, переживаю очень сильно. Так, давайте, наверное, мы с вами... А кого мы тут с вами забомбим? Вот это вот... У меня вообще стрелы есть? Есть, одна карта. Одна карта всего лишь со стрелами, друзья мои. А по защите? По защите у нас что-нибудь там есть, лежит? О, нет, есть одна карта, две карты. Ну, вот это как-то вот, я не знаю. Мы ее, наверное, не дождемся, когда она ко мне выпадет. Я сейчас себя полностью забью картами, которые называются «нет», магические. Е-е-е-е! Неужели, неужели, друзья мои, это фарт. Сейчас просто фартануло. Так, что мне с тобой сделать? А, вот так. Так, друзья мои, отлично, отлично, все у нас пока идет. Все хорошо, погоди-ка. Здесь я возьму, наверное, защиту и стрелы. Да, наверное, так.
Еще есть одна карта, нет. Запускаем ее. Ух, господи, теперь сматываемся отсюда. К ядре не фени. А вот и Титан. Воплощение печали прошлой и будущей. Да не становит меня уверенность на моем пути. Друзья мои, вот здесь самое интересное. Когда я проходил ее в первый раз, эту игру, да? Ну, сейчас поймете, короче, смотрите. Это великан, я должна подобраться поближе и найти то, что его утешит. То есть я делаю так, и он начинает плакать. Видите, слезинки. В каждой слезинке находится монстрик. Я их буду подбивать, тут мне будут, ребята, выпадать и сундучки, и все. Я, короче, так, тихо, вот это вот нам надо убрать. Я сюда пришел, у меня было где-то карт 20. Я здесь заработал больше 120. Спросите, как, почему? Сейчас объясню, ребят. Что я делал? Ну, первая моя ошибка была в том, что я вот так вот бомбил и думал, ну как же мне подойти к великану? Так, давайте-ка, наверное, возьмем с вами кинжал. Так, вот так вот, наверное, сделаем кинжал и защиту. Потому что я постоянно буду сейчас уничтожать вот этих всех монстров, и великан будет постоянно плакать, и вместо них будут новые слезинки, и таким макаром я никак не смогу подойти к нему. Я не буду вас здесь долго томить. Ответ простой. Берете карту выносливость и направляйте на великана. Вот кто бы мог додуматься, да, что взять карту нужно и направить на великана. И вы видите, он уменьшается в размерах. Берем следующую карту, также применяем. Такой посмотрел. Так, ставим на себя защиту. Желательно всю. Даже так. Применяем. Сундучок, отлично. Сундучок выпал. Мне нужна еще, друзья мои, карта, которая восполняет выносливость. Ну, выносливость, волю. Ну, вы поняли. И применяем. Великан перестал плакать. Я думаю, вы все поняли, да, что произошло. Папа? Yes. Да? Я не в порядке. I understand, Iris. Я понимаю, Айрис, но должен сказать, что ты уже лучше выглядишь. See, видишь, все эти карты были внутри тебя с самого начала. Ты должна верить в себя. В глубине души ты знаешь, как их сыграть. Ирис и великан.
Ну что ж, друзья мои, вот и было у нас прохождение этой игры. Но я могу тебе сказать одно. В данный момент у меня пройдено всего лишь 59% игры. В чем заключается вообще это все дело, друзья мои? Ну, во-первых, у нас очень много воспоминаний, которых еще, ну, нету, не открылись. Это раз. Во-вторых, очень много воображаемых друзей, которых тоже можно открывать. И, соответственно, они будут давать тебе какие-то определенные бонусы. Плюс подарки, да и вообще много чего здесь, друзья мои, есть. Также игровые режимы. Я проходил на легком. Тут еще есть, видите, классический. Я не знаю, в чем там, конечно, разница. Но я не выбирал себе легкий режим. Мне как-то автоматически это все далось. Причем здесь легкий режим 20%, здесь легкий режим 59%. Может быть, когда ты получаешь 60%, тебя переводят на классический режим. Честно сказать, я не знаю, ребят, как это все работает. Но это уже, как говорится, для самоутверждения, чтобы ты получил все бонусы, все штучки, плюшки, и, как говорится, был доволен сам собой. Ну а я на этом, пожалуй, друзья мои, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!